И все привет, с бортом всем мы продолжаем игру в Farm Simulator. Как помним, у нас было 14 серия, это у нас были кошмарные аниматроники. Мы за них поиграли, посмотрели, что они способны. Мне понравилось, кстати, за кошмарные аниматроники играть. И мы набрали 140 просмотров. Достаточно много. Давайте наберем тоже здесь 100 просмотров, потому что сейчас что-то мы начинаем просто выбирать. Это будет хорошо. Вот даже без кода будет, наверное, просто снова обратно. Это вряд ли случится, но если постараться, то можно. Так что давайте разгонимся. Давайте наберем 300 просмотров. Да и можно сразу 8 лайков. Но это вряд ли. Хотя, пока там 100 просмотров давайте наберем. Там вот будет достаточно. Сегодня мы будем играть за... Ну, не за... Точнее, не будем играть. Сегодня мы будем играть... За стрелочище. У нас сестринская локация. Вот. А, дальше будет пиццерий симулятор, только тут нет скрабфейби. Так что мы на пиццерий симулятор потом оставим и перейдем к будущему обновлению. Здесь у нас есть... Джеки Бойни, Джеки Микуси, Джеки Чики, Гринч Трап, конечно, Гринч Трап, конечно, Гринч Трап. Интересно будет поиграть, кстати. Так что... Сначала это сыграем, потом... Я отдохну недельку, вернусь и сыграем в Водин, и выискать обновление. А потом пиццерий симулятор. Если разработчик сделает уже обновление, потому что обновление уже 6 месяц идет. Относик и интересен. Так что, погнали, ребят. А, сначала. Сначала давайте посмотрим на аниматроники, кстати. Вот у нас четверочка. Секиричка. Цирпус Бэйби, Фантайм Фредди, Энтер Фантайм Фокси. Почему там все Фантайм у нас первый идет? Вы последний? Вот здесь Фантайм Фокси последний. Или последний. Или знает. Понятно. Так. Вот Circus Bait у нас это все убираем. Там. Что нам там сказать? Ну, моделька классная, взятая на 5 из нам. Так, а вот эта модель кажется не на 8 взят, а может стать не на 8? Нет, кажется, на 8 взят. Но я точно не знаю. Фатай Фредди. Ну, Фатай Фредди, да, если на 8 взят. И бот-бот даже видно сразу, не знаю, что они. Ну, никаких ошибок тут нету, все красиво сделал разработчик, так что молодец. Разработчик у нас молодец, обед. Ну, это надо потом посмотрим. Фатай Фокси. Тоже из 8 взят, тут будет. Или взят, а нет. Тут такой не спадает Фокси. Ну, ошибок я тоже не видел, да, все нормально. Ну, и этот, давайте посмотрим, этот тоже был в окна 8, так что... Так что, тоже взят из на 8. Не, ну, классный выглядит, только стрелки тот. Чуть-чуть, ну, да. Верно, где костюмки нет, но только стрелка, да. Так что... Токи так токи. Следующий посмотрим. Вот этих ребят 4. Следующую серию. А, следующая серия будет мой. Это, ребят. Вы, кстати, посоветуете, какие еще игры мне поиграть, потому что игры у нас много. Вот. Я даже, знаете что, я даже... Я даже не знаю, что сказать. Короче, переходим сразу. Sister Location. Почесать, ребят. Что-то зачесалось у меня. Ага. Так, первое у нас только Уэсби, давайте посмотрим, на что он способен. А я способен, кстати, не посмотрел ее, ну ладно. Сейчас и узнаем. О-о-о. Это что было? Ладно. Так. Перформансе. Перформансе — это песня. Что-то я не знаю, как переводит. Я могу переводчик посмотреть, как переводится. Ну ладно, монеты собираем. Конечно. We need you so that we can leave. Так, он с ним разговаривает, кстати. Но я не понимаю, что разговаривать здесь в Фантайм Фокси, да, кажется? Кстати, это что за карта? А, это Фантайм Фокси, где это... Набирать аниматронику, да? Я понял. Кстати, там Эдард был. Дать пос... Не хочу, чтобы переводить это. А, вот
Кстати, это можете пока что посмотреть, я посмотрю, как переводится это слово. Мне нужен переводчик. Камера как это переводится? Представление так представление. Какое-то плохое представление. О, блин, ты большой. Ой, я забыл, я же вижу себя, да? Я себя-то вижу. Я же забыл. Даже тут работает камера. Это, блин, я вижу. Я только что в четвертом забыл про эту камеру. Да, надо пора убивать. Привет. Класс. И мы получаем несколько монет. Там было 6, 9, 15 монет мы, ребят, получили. Хоть я не знаю, куда их одевать вообще. Не, ну разработчик это плохо сделал, что он снизил себе цену. Потому что он монет не будет девать. Куда их девать? Вот. То я разработчику хочу сообщить то, что разработчик сделали, ну, повысить немножко цену немножко, потому что ты слишком как-то снизил, копить очень легко, которые много играли в игру, им некуда монет тратить. Так что лучше подними цену. Ты ее слишком снизил. Всё, я... Это было обращение к разработчику. А теперь я к вам, ребят, возвращаюсь. Хоть я с вами так и был, ну ладно. У нас Фотэмп Радио. Он умеет выпускать бон-бон, да, я так понял, да? Год М. Блин, суть большой. У меня бон-бон бьется потолок. Кстати, как Бэйби у нас выглядит? Ага, Бэйби у нас так выглядит, она... Это говно, что ли? Да, ладно. Давайте посмотрим, как бон-бон выпускает. Да, давай сюда. Да, смотрите, за бон-бон играю. Класс. Кстати, а за Фантай Фредди, если вы убить охранника, то ё-моё. Победа. Это же, кажется, голос Бэна. Почему ставили бон-бон этот голос? Ладно. Ладно, не буду ничего говорить. Лучше забуду про это. Не, мне кажется, за Фантай Фредди, кажется, тоже можно убить. Давайте за Фантай Фредди проиграем. Я приземлился только что, вы видели? По идее, в воздухе сейчас лет левитировал, а я потом приземлился. Давайте за Фантай Фредди убью. По идее же можно, да? Или нельзя? Да ё-моё. Я пройти не могу. Охранник, ты чё, совсем что ли обнаглел уже? Дай пройти-то. Вот, наконец-то. Кто часто смотрит в камеру-то? Так, ждём. Ну теперь посмотри в камеру, чё ты сейчас так крутишься, там, вернёшься. Иди сюда. Да, потом пройти скример тоже есть. Получаем монетки. Таким, ребят, образом я 3000 накоплю и тоже потом никуда девать. А, чё у нас? Второе два аниматрика. Фантай Фокс и Эннер. Так что давайте Фантай Фокс сыграем. Не боль за неё, я не знаю. А, да, я угадал. За шторка. Или была. Шоу тайм. А что это шоу тайм? Что теперь, кстати, он открыт? Что за шоу-тайм?
Я просто обещал, жду шоу-тайм, когда накупится, потом посмотрим. Что это за шоу-тайм вообще? Да посмотрим. Воу-воу-воу-воу! Но разработчик сделал, здесь есть ему или ей женский голос. Так что здесь можно ее называть она. Можно здесь называть оно. Ой, она. Так что в Attack Force здесь у нас она. Так что в некоторых играх, то он. У Скотта он. Или я даже не знаю, кто он. А, это он. Здесь она. Здесь уже выкаст. Там он. Так что... Ну, шоу там это то же самое, как вспомните. Ну, вы, наверное, не помните, потому что давно было у Фокси. У Фокси такая есть бомба. Когда используешь ее, он начинает гореть. И надо за 3 секунды успеть охранника убить, или сколько дается. И тут то же самое, как у Фанты Фокси, только у ней шоу-тайм. И как будто, я не знаю, что это будет. Просто шоу-тайм. Ладно. Настоится на автобет. Пип-пип-пип-пип-пип-пип. Это пип-пип-пип. Ой, вверх ногами, да? Буду заходить. Или что? А, сейчас спустится? Окей. Спасибо, что спустился, вау. Вау. И у него хождение, даже голову так вот. Как будто я сам. Как будто я сам даже голову так верчу. Блин, и вот когда он так голову наклоняет, как... Не хочет, хочется сами уже наклонить. Что за Бреттон? Там посмотрим. А, пожалуйста, дайте мне перевод Бреттон. Делать вид. Делать вид. Чего? О. А. А где я, да? Понял, ребят, что за фигня. Делать вид, это он стягается. По сюжету как 5, этот же пытался найти себе костюм, чтобы сбежать оттуда. Вот где можно залазить патроников. Тогда ладно. Тогда понял, что за делать вид. Но мы так не писали скример, это... Он РТПД тоже же скрим. Наверное. Вселяться-то я могу. А скример я не посмотрел так еще. Провода дергаются. Залетели. Кто с ними? А за фантайфом все могу залить? По идее, она за шторкой. По идее, да, за шторкой. А вселиться-то я могу в нее. Ну, фантайф ради по-любому я могу. А вот Фантайф Фокс. Давай посмотрим. Ничего не произошло. Я не могу почему не вселиться. Но это уже за шторкой, из-за этого не работает способность. Только так. Здорово. Стабер есть. Все, мы посмотрели, кажется, всех, да? Аж все 5, ой, все 4 были, да? Да, мы посмотрели за Circus Bay, Fantai Freddy, за Bootbone, за Fantai Fox и за Энерда, и... Короче, мы посмотрели на первый, на второй, на третий, на пятый. Остается у нас еще посмотреть, как будет, а потом дождется обновление, когда выйдет полностью она и добавит Scrababy. И мы поиграем тоже в Zero Simulator, а потом перейдем в Security Breach. Если будет вообще. Новый. Может, ты его добавил? Тут, я помню, раньше был FNAF 7. Даже FNAF пароль, смотрите. Иди, даже если это нельзя было.
разработчик убрал. Мне кажется, он потом все это добавит, потому что у него времени сейчас не хватает, но он все добавит все части, а потом начнет добавлять там, игры, там, что он раньше добавит. Мне кажется, он так и сделает. Я сейчас буду ребят прощаться. Это туториал, что за туториал? Что за туториал? Ладно. Все, ребят, буду прощаться. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки. Я уже забыл, как прощаться. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, если я без следующей серии. Следующая серия будет у нас когда? Следующая серия будет у нас в воскресенье. В субботу не будет, потому что там отдохнуть хочется. Я устал, если честно. А следующая серия будет у нас в воскресенье, потом в понедельник, наверное, выйдет, потом я, наверное, во вторник отдохнул, в среду я тоже отдохнул, в четверг я, наверное, снова загрузил здесь, наверное, что-то сниму, наверное. Хотел бы прощаться. Всем пока.